Нашествие комаров на Херсонских горах. Анна Анатольевна, как вам камайки? Не кусают ли? Все хорошо? Конечно. Балдеж! О, смотри, туча какая. Паха пчеловод. Да.
Вон маяк. Мы благополучно добрались до берега, несмотря ни на что. Мы бы догребли и сами, но смотритель маяка решил нас таки спасти. Он за нами приехал, пока мы уже гребли на полпути, превозмогая порывистый ветер. И взял нас на буксир. Вот, спасибо ему большое. Лиса, Алиса куховарит и возмущается. Алисички взяли спички, море синее зажгли. Море синему пошли, море синее зажгли. О, вот она, зажигалочка. Потом тушили грибы. Кошеварочка. Значит, хотели мы стартануть на Олешковские пески, приехали в село, но чувствую, не стартанем. Вот, направляемся мы в Олешковские пески, вот, впятером идем, сзади молния, гром, но нас не остановить, в принципе, как обычно, все как обычно. Ну, пока Олешковские пески мне напоминают наш левый берег Днепродзержинска. Вот. Олешковские пески. С лесом. Вот это неожиданно. Пустыня с лесом. Нормально. Грибочек? Грибочек. Класс. Маслюк. Пан Маслюк. Да, не сухой? Нет. Обалденный. Пан Маслюк. Вадика трудотерапия, как и у всех, смотрите. Все занимаются делами. Кто картошечку? Значит, кто грибочки? Да. Так классно, когда все работают. Птички поют, уточки летают. Жабки квакают. Красота. Да. Стоя на водопое. На винопое. И запаситесь. Сзади уточки плавают там. Красота. Ути. А это быстрее. Это не уточки, это какие-то куропаточки, это курочки. Не, они взлетают. Они взлетают.